Дорогие друзья, я хочу объявить еще одного замечательного человека. Если вы помните знаменитую песню «90 суток» из кинофильма «Живой», это песня Игоря Дрягилева, который сейчас выйдет на сцену. Он приехал из города Ярославля. Итак, на сцене Игорь Дрягилев. Ваши аплодисменты. Дорогие друзья, спасибо, что мы сегодня вместе. И я хочу спеть нашим ребятам и в завершении нашего практически концерта хочется спеть и исполнить тех ребят, которые не сидят в этом зале. 90 суток, замечательная песня, пожалуйста, спойте. Спасибо, но она сегодня не прозвучит. Именно так, так, ну просто так получилось, что сегодня она не прозвучит. Но я думаю, что... Ну, ну да. Просто я согласен, но просто дело в том, что технически просто это, ну, сейчас невозможно абсолютно. Спасибо. Спасибо большое, но просто не получится. Вы знаете, но хочется спеть песню в ту, которая она не менее слабее, чем 90 суток. Песня. Наши мальчишки возвращаются иногда, вот медсестры сидят здесь в этом зале абсолютно, возвращаются, но возвращаются без памяти. Они иногда не помнят, куда они вернулись, они ушли на войну, и потом возвращаются, они не помнят об этом. И вот песня именно об этом. Поехали. Он не пришел еще с войны.